вот из окрашенных халцедонов, который нам более всего известен, более всего на слуху, это сердолик. Ну, сердолик, сердолик, как, я даже не знаю, как правильно это ударение ставить. По-моему, единственный камень, о котором мы постоянно слышим с детства. Вот такие вот его всякие разные образования, всякие разные цвета я не стал приводить, чтобы не загружать лекцию фотографиями. Но, в принципе, цвета от золотисто-желтого, светлого до темного, буро-красного. Встречается он практически повсеместно. Я пока еще не слышал страны, в которой не был бы найден сердолик. Ну, разве что Белоруссия и пустыня обе. Камень очень распространенный, золотистый, практически вроде как камень солнца. И, допустим, Юрий Липовский, который долгое время провел в Монголии и работал там, очень хорошо описал его как один из основных камней монгольских шаманов. Дело в том, что в монгольских степях его очень много. Россыпи этого сердолика встречаются до сих пор. Представьте себе такое вот в степи пятно метров так 20 на 20, полностью покрыто сердоликами, начиная с кулак и кончая там с 5-копеечную монету. Даже практически трава через сердолик не пробивается. Тем не менее, шаманы в своей работе умели подбирать камень каждому индивидуально. То есть величина камня и так далее подбирался настолько индивидуально, настолько здорово, что этот камень становился даже практически не оберегом, а талисманом на всю жизнь человека. И как мы ни крутили, какие бы замечательные свойства у сердолика не были там, и восстанавливая чувство утраченной любви, помогает найти вторую половинку, и помогает в бизнесе. Короче, у него очень много всяких интересных описанных свойств, но у него самое основное – это дарить нам здоровье. То есть практически сердолик – это единственный камень, который больше всего влияет на здоровье человека и влияет практически на все поле, на все органы, несмотря на его цвет. Это общее здоровье. Опыт у меня работы с сердоликом в этом направлении есть, но, к сожалению, не самый удачный. Вот, когда-то меня пытались ограбить, и в результате, ну, сбили с ног. А мне через 2 дня ехать помогать родителям. Соответственно, я же не мог показаться там весь в синяках. Так как сердолика было немного, ну, вы скажете, что синяки можно сводить там бодягой, потом чем-то еще, монетами медными, свинцовыми примочками. Я решил сразу же провести на себе эксперимент. Так вот, сердолик я прикладывал к себе. Теплый, не холодный, а теплый. И через сутки практически все места, где я прикладывался сердолик, синяки исчезли полностью. У сердолика было немного, вот, поэтому я прикладывал на самые заметные места. Там, где сердолик не прикладывался, синяки еще держались 1 дней 10. Вот то, что я пробовал на себе реально,